Вот обстановку в Сирии спокойно не назовешь. В столичной провинции Дамаск сирийские военные отразили нападение запрещенной в России группировки ИГИЛ. После ожесточенного боя боевики вынуждены были бежать. Они даже побросали свои машины с боеприпасами. Сирийские военные уничтожили 5 автомобилей с пулеметами и 2 начиненных взрывчаткой машины, которыми должны были управлять смертники. Боевики понесли потери убитыми и ранеными, но их число пока не уточняется. Самой горячей точкой на сирийском фронте остается Алеппо. Группировка Джабхат ан-Нусра продолжает стягивать силы к крупнейшему городу страны. Этой ночью прибыла целая сотня боевиков. С собой они, конечно, привезли тяжелое вооружение. Об этом рассказали в российском центре по примирению в Сирии. Силовики уверены, что экстремисты собираются устроить теракты в Алеппо. Сейчас в северной столице только по приблизительным данным больше 2000 террористов.